Всем привет! С вами снова Сергей Романович. Недавно, ну как недавно, 3 года назад, я снял видео «Шоколадный фонтан». Если ты еще не посмотрел, внизу есть ссылочка на это видео. На первый взгляд, в этом видео нет ничего необычного. Я рассказываю, как собрать шоколадный фонтан, как правильно загружать в него шоколад, рассказываю о разных наполнителях и пробую их на вкус. В конце этого видео я решил сделать прикол. Я намазал бутерброд с колбасой шоколадом. У кого хорошее чувство юмора, а таких немало, написали отличные отзывы, и им эта шутка понравилась. Но есть зрители, у которых чувство юмора отсутствует. И таких тоже немало. Вы что, ребят, правда, что ли, поверили? Это было запланировано. Я это сделал специально, чтобы, ну, развеселить вас. Но читая комментарии, я понял, что вы поверили. То, что я ем каждый раз бутерброды с колбасой и с шоколадом. Я просто в шоке. Ребят, у меня есть рубрика, которая так и называется «Шоколад-варенье». Если у вас есть желание, вы можете посмотреть в этой рубрике следующие видео. Шоколадная яичница, шоколадный декор, шоколадный чупа-чупс, шоколадные конфеты, шоколадная картина, шоколадная газировка. В качестве бонуса мы специально для вас сняли 3 видео на настоящей шоколадной фабрике. Все ссылки на эти ролики есть под видео в описании. Либо просто заходите в мой плейлист. Ну и в конце хочется немножко похулиганить. В одном из видео я подумал, как бы попробовать рыбу в шоколаде. Помидорка в шоколаде тоже вкусно. Вообще в шоколаде все вкусно. Хотя я еще рыбу в шоколаде не пробовала. И я думаю, что этот момент наступил. А сейчас всем нервным и всем любителям делать это... Дизлайк, 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 дизлайк. Прошу выключить видео и дальше не смотреть. А если у вас есть чувство юмора, и вы хотите посмотреть, как я буду есть рыбу в шоколаде, тогда минутку. Ну что, готовы? Официант, принесите мой заказ, пожалуйста. Ваша семга, сэр. Шоколад. А какой шоколад? Горький, сэр. Приятного аппетита! Это просто изумительно! Вы там пока подписывайтесь на канал. Ребят, мое мнение, мне, конечно, эта семга понравилась в шоколаде. Но когда ты ее доедаешь, и такой привкус неприятный. Как будто ты съел мясо кашалота. Ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Ну, у кого есть чувство юмора. А с вами был Сергей Романович. Не прощаемся.